Лен, пока идут соревнования, в общем, не будем касаться самого процесса выступления, ну, чтобы не сглазить там или наоборот. Я хотела поговорить, собственно, и спросить о... Во-первых, рады видеть тебя здесь, знаем, что травма была у тебя. Как ты себя сама сейчас чувствуешь, восстановилась ли? Как себя ощущаешь в Москве на этапе гран-при? Ну, судя по тому, что каталась я, в принципе, неплохо, наверное, ощущаю себя достаточно неплохо. Честно говоря, я еще пока в таком послесоревновательном шоке нахожусь, поэтому мне, наверное, очень тяжело отвечать на вопросы сейчас. Я извиняюсь. Довольна своим выступлением? Ну, скажем так, это было значительно лучше, чем в Канаде, но, наверное, еще не настолько хорошо, насколько бы мне хотелось. По ощущениям физическим, по здоровью как-то себя... Тьфу-тьфу, слава богу. Ну хорошо, тогда ни пух, ни пера.